Привет всем, это Академия Зеба. В этом видео мы рассмотрим парадокс Ферми. Вселенная, огромная и кажущаяся бесконечной, завораживала человечество на протяжении веков. Энрико Ферми, известный физик, однажды задал вопрос, который продолжает интриговать нас по сей день. Где все? Простой вопрос. Ферми отражает парадокс Ферми. Противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием доказательств их существования. Вселенная огромна, и в нашей галактике насчитывается миллиарды звезд, многие из которых имеют планеты, потенциально пригодные для жизни. Существуя миллиарды лет, Вселенная предоставила достаточно времени для развития передовых цивилизаций. Однако, несмотря на усилия ученых, доказательств существования внеземных цивилизаций найдено не было, что порождает больше вопросов, чем ответов. Парадокс Ферми вызвал десятилетия научных исследований и спекуляций. Начиная с уравнения Дрейка и заканчивая последними достижениями в области исследования экзопланет, ученые продолжают исследовать тайны космоса. Были предложены различные объяснения, от гипотезы о редкоземельности до идеи о великом фильтре, который сдерживает развитие высокоразвитых цивилизаций. Недавние достижения в области технологий, такие как космический телескоп Кеплер и проект Breakthrough Listen, дают новую надежду на открытие внеземной жизни. Парадокс Ферми – это не просто научный вопрос, это философский вопрос. Это заставляет нас задуматься о своем месте во Вселенной и осмыслить смысл существования. Глядя на звезды, давайте проникнемся духом исследования и любопытства, которые побуждают нас искать ответы на загадки космоса. Поиск разгадки парадокса Ферми продолжается, но это путешествие того стоит, поскольку оно ведет нас к более глубокому пониманию самих себя и нашего места во Вселенной. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на Зеба Академи, чтобы изучать все, что связано с наукой.